Сразу три соболя поселились на кордоне Травяной в Южно-Камчатском федеральном заказнике. Наблюдающие за проделками зверьков сотрудники заповедника дали каждому из представителей семейства куньих имена. Первым в объектив фотоловушки попался Гоша. Он так осмелел, что сначала провел инвентаризацию в кладовке, а затем привел подружку. Ее назвали Маргоша. Вместе они быстро избавили инспекторов от докучавших им мышей. Недавно появился и третий соболь. Его пол ученые пока не определили, поэтому, чтобы не ошибиться, назвали Саша. Впереди у соболей брачный сезон, поэтому сотрудники заповедника ждут прибавления в семействе зверьков. Как отмечают наблюдатели, поведение соболей напоминает кошачье. Они любопытны, грациозны, внимательно следят за жизнью людей, постоянно играют друг с другом. Подпишись на каналы Mass Media News в Facebook, YouTube и Instagram.